Всем привет, с вами я, Гамби, и с вами сегодня Ваня. Всем привет. Сергей. Всем здравствуйте. И Влад. Yo, hello, guys. И сегодня Владик, мы будем играть тобой в игру Родина РП. Владик, куда за тобой приехать? Ферму. Что ферма? Я просто квест там четвертый выполнял. Задним. Я просто квест четвертый выполнял. Блин, я случайно заглох. Так, ладно, я пока в АФК, я пошел чай пить. Окей, мы быстренько. Приедьте, пожалуйста, за мной. Какой-то тоже учебный, тут какая-то тоже учебная. Здравствуйте. Стойте. Здравствуйте, можете меня довезти Влад, до автошколы? Влад. Да, поедь к школе и там что-нибудь поделай. Я пока отойду. А, ну ладно, все, до свидания. Да? Ай, бля! Да, Серёг? Он уже отошел. Приедьте за мной, пожалуйста, куда-нибудь на ферму. Вань, ты тут? Да, еду. Вот, приедьте за мной. Да-да-да, сейчас я до завода доеду. Я пока там покопаю, окей? На ферму? Да. Окей, буду. Спасибо. Скоро буду, скоро буду. Что? А? Это интересно. Давай. Ваня, ты где? А я катаю, я тут еще прихожу. Так, все, я параллельно парковку прошел. Да красный обоссанный цвет. Тут опять перекресток дорог идет. Ладно. Сейчас я тебе 1000 передам, окей? Я на учебке еду 120. Мне так Сергей говорил. Ну ладно, ехать. Так, ну вкусная точка. Да. Все, я уже у железного дорожного. Боже. Нет! Что? Полезно на новичку автошколу. Вань, ты чё опять вышел? Да придурок, я полный! Как? Да все, да? Я сам добегу. Ладно. Не надо меня подразить. Ой, ты как? Ты придурок, я прям как придурок, блин, нажал на F, блин. На параде. Так, Влад, ты где? Поехали. Я уже все на такси. Бля, ты сука. Ну чё? Я уже через домой такси собираю. Я еду. Придется ехать за Ваней в автошколу. Но я уже сам добегу. Блин, второй уровень, я мог передать ему так. Снеговик тут бегает! Тут снеговик бегал у меня, пацаны. Ты там же едешь, где я сейчас на такси. Блядь! Немножко врезались.
Ваня, ты где сейчас? Я сейчас еду уже в Жигульске. А ты, Ваня? А я бегу как-то в школе. Я уже опять уже каучера. Где ты? Я уже каучера опять. Я в отеле уже каучера. Я могу сейчас сам бежать до этого. Здорово, мопс. Здорово. Я еду себе живу. А у меня сколько? У меня 100 тысяч, 16. Ой, то есть 116 тысяч. Я могу у Сергея тачку украсть. Не, у него заперта она. Ах ты ж, блин. Вань, ты где? Вань, ты уже хотя бы в тачку сел. Сейчас. А я уже все у автошколы. Все, давай быстрее иди сдавай. У меня уже персонаж устал. Эх ты сука. Ты чё это нафиг? Let's go, do that. Влад, максимальная тачка стоит 130 тысяч. Максимальная тачка? Да. Так, Аль. Выбрать. Вань, ты хитрый. Всё, я уже всё на учебке. Всё, я завёл двигатель. Только посмей, Ваня. Главное сейчас как кусок говна не нажать на F. Так, вы где? Я Ваня здесь сижу. Я еду уже как там. На чем ты едешь? На скутере зажил. Ля, приедь обратно, я тебя по-быстрому довезу. Да все, я уже рядом. Уф, розовый скутер? Здравствуйте. Здравствуйте. Я жду этого Ваню, бля. Тебе надо отель взять. Поэтому едь обратно. Да наконец-то, вот он. Чтоб купить. Опа, мне зарплата пришла. Здорово. Привет. Ваня, я за тобой поеду, только посмей завалить. Я тебя на всякий случай всех спасу. Спокойно, надо ждать светофоры. Ваня, не смей жать на букву F, только посмей. Поворотник. Главное, поворотник вруби. Нажать. Так тебе куда? Поворотник на луна и жми, даун. Один. Ты куда? Поворотник. Ты куда поехал? Ты что, поворотник не врубил на букву E, ты что? Я при каждом повороте... Я в учебной машине. Поворотник тоже нужен. Я прикажу поворотник, я стучаю. Поворотник, вруби! Я вруби! На Е! На Кью или на Е! Да я нажал тебя слепой! Ну-ка, нажми-ка на Кью. Ну-ка. Ну-ка, у меня поворотник работает? Да. На Кью-ка нажми, Ваня. Ваня, у меня поворотник работает? Да, работает. А у тебя, ну-ка? А, у Вани не работает. У него что-то с учебкой. Я приехал. Я приехал. Мне больше не нужно знать. Сотку ванну. Мне отель надо взять. Потом за салон. Ладно, тебе отель надо взять. Номер в отеле. А сколько он стоит? 15-25 тысяч. А? 20 тысяч. Ну тут надо по-русски. А, ну ладно, можешь меня подвезти? Давай. Да газелька уже воняет. Да еще светофор. Вот.
Ё-моё, ты чё? А какой именно отель? Я помню, меня тут чуть не застрелили на вообще. Какой именно отель? Какой именно отель? Вообще любой. Ваня, ты меня в жизни не любишь. На заправке, сюда! Я беру самый близкий. Это у нас... Фонд Дрифт, Яхта Санни. Я иду в отель Нилос. Иду в отель Нилос. Я там буду жить, да? Я уже в Сергея. Ё-моё. Сергей, я там буду жить? Ну, тебе надо будет либо оплачивать. Нет, почему? Ты там не будешь жить. Так, вот тут вот я запоролся. Тебе надо, чтобы машину. Вот тут вот я да, запоролся, Настя. Стоянка здесь была. А! Да, тут даже не надо. Тебе чуть-чуть осталось, давай. А, вон уже автошкола, ему дал запарковаться, и он дал направо. Ой, ё-мо. Пацаны, вы можете мне дать, пожалуйста, кто-нибудь? Ну? Это... Река? Не, не могу. Кротовуха! Кротовуха! Ну! О, два дробаша. Классно. Опа, пистолет, маски. Ладно, что я сделала лучше металлоискатель. Я получили права сюда! Ко мне садись. Ну, пацаны, вы видели, сколько у меня сейчас оружия. Так, Вань, мы поедем в отель. Екатерина. А может я на своем мопеде? Давай я на своем мопеде. Да не, Ваня, садись. Ты не поймешь. Ой-ой-ой, у меня совсем мало бит. Районный прокурор. Опа, у меня есть пистолетик. Ну, в принципе, уже 17 тысяч, я с паспортом, я с правами. Бля, может, я... куда вы сейчас едете? Мы в отель, Екатерина. А чё вы со мной не поехали? А, я не знаю. И не говорю. Я не знаю, я всегда готов быть. Что сзади нас? Вы уже не догоните. Сколько ты сейчас едешь? 84. Ё-моё, чё так мало? Я могу спокойно 215 километров в час. Ну что, машина, потому что вот сразу. Районный прокурор! Мы доедем первее, чем Сергей, ебой! Это сын! Заходите! Заходим. Промо, Морис? Ваня, отойди. Я хочу промо вести нафиг. Какой? Морис, вот. Бля, вы можете промо. Как бы лутаться в мусорках и находить всякое оружие. Я вот сейчас нашел два пистолета, два дробовика. Вот я уже один пистолет себе организовал. Какой мне уровень надо, чтобы вести промо? О, я уже вижу. Этот промо не работает. А, да. Доходим. Как зайти, бля? На Enter нужно. Так, Enter. Да, блядь, это едем. Ваня, жми и... Enter уже, ёб твою мать. Я нажал на Enter, я уже вошёл. Да, Сергей! Всё, я зашёл. Ой. Пацаны, можете мне кто-нибудь один кадр? Как я падаю? А, ну, пятый номер, Вань, бери. Пятый номер. А, пятый? Номер пять. Да, номер 5. Я приехал в отель. Я не понимаю, как зайти. Мне надо вот сюда. Вот так. Я купил отель Милос. А нет, не купил. Давай иди же ты, пожалуйста, не на свой байка поссанный. А? Мне не хватает денег. Вань, я сейчас куплю отель. Подожди-ка, у меня предоплата. Ура, и пацаны, я купил отель. У меня 9-й. Мне надо 25 тысяч, а у меня 17. Бля, пацаны, давайте я буду вашим охранником. Как зайти, блять, в этот отель? Я не могу. Enter! Это где вообще? Я у входа, он не работает, этот Enter, ёб твою мать. Бля, тебя тут нету. Круто, зайти не могу. А мы тебя не видим. Опа. Круто, я войти не могу. Мусорка! Замочек! Замочки
заберем. Бля, они бесполезны. Ой, бля. Я сейчас 4 ствола нашел. Пацаны, сервер закрыл соединение. У тебя что-то с интернетом. А мы перезаходи. Пошла нахер, игра боссом, бля. Мама играет. Да пошел ты нахер. Ладно, с вами был я, Гамби, Сергей, Ваня и Влад. Всем пока. Всем пока.